Ты слышишь? О! Ни хрена себе! Папа, погодите! Сразу, вали его! Ты чё стоишь, Юджин, ни хрена не делаешь! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы играем с вами в Чу-Чу Чарльз! Игра, за которой я следил больше года, и наконец-таки у меня есть возможность в нее поиграть вместе с вами. Она обещает быть очень прикольной. Для тех, кто не в курсе, Чу-Чу Чарльз — это игра. Это первое, что важно знать. Это не настоящая. Игра про машиниста, который катается на своем маленьком паровозике и сражается с страшным паровозиком-пауком, который чем-то напоминает паровозика Томаса, только более child-friendly. И, собственно, ваша задача в этой игре — это прокачивать свой паровозик, чтобы дать отпор этому страшному демону, паровозу-пауку Томасу, который любит детей, и дети его очень любят, и... Но это не Томас, он Чарльз. Хотя Чарльз написано на нашем паровозике, поэтому непонятно, кто здесь реально Чарльз. Может быть, я Чарльз? Всем хай, с вами Чарльз, и сегодня мы с вами играем в Чу-Чу Юджин. Хрен знает, о чем эта игра, давайте просто играть. Новая игра начинается, поехали! Оу, какая здесь кат-сцена. Знаю, Юджин! Юджин говорит! Мы давно уже не общались, но шахты, за которыми я присматриваю, в них что-то есть. Нет, поверь, тебе стоит уделить этому время. Чтобы твой музей оставался актуальным, тебе нужна грандиозная находка. Я же говорил, что я Чарльз. А Юджин — это Чу-Чу Юджин игра. Там осталось так много друзей, даже мой сын. Только ты способен уничтожить этого монстра. Он станет центральным экспонатом в твоем городе. А еще ты поможешь старому другу. Он прям на меня похож, только старый. Надеюсь, у тебя все готово к небольшой охоте на чудовищ. О, боже мой, Чу-Чу Юджин. Игра еще не началась, уже сохраняется. О, смотрите, да-да, его зовут Чарльз. Наполовину поезд, наполовину адский паук. Мы уже давно планируем его уничтожить, и у нас почти все готово. Как будто мы в Биошок играем. Осталось кое с кем поболтать. Да, пару мест посетить. Работенка не пыльная. Да-да-да, добро пожаловать на Аронерию. Аронеарум. Остров, где шахтеры сами копают себе могилы. Держись рядом, не только Чарльз тут может быть опасен. Кто еще здесь может быть опасен, а? Моя глупость, конечно же. Ладно, ребят, я не могу игнорировать. Я знаю, что вы сейчас подбешиваетесь. Почему, мол, меня так долго не было? Проблемы были с Ютубом, сорян. Очень много было стресса. И очень много заставил я себя переосмыслить. А именно, какого хрена я веду только один канал, да? Не так давно я открыл канал с короткими видео. Он называется Юджин Сагас Шортс. Там выходит то, что не вошло в основные выпуски на этом канале. А еще я подумал, что нет, это не только канал Shorts, но это еще и канал Long теперь. Короче, проблема моего канала основного всегда была в том, что я не могу делать разношерстный контент. Уже так не получается эффективно это делать. И я много раз себе отказывал в прикольных играх, которые я хотел поиграть, но отказывал, потому что они будут не формат. И теперь канал Long будет новым моим каналом со всеми неформатными видосами. Длинные прохождения любых игр, которые мне захочется проходить. Это на самом деле, друзья, для меня огромное облегчение, поскольку теперь контента будет у вас в два раза больше, наверное, потому что есть два целых канала с моим прекрасным лицом. Переходите прямо сейчас, подписывайтесь, друзья. Вас там уже ждет сюрприз в виде целого прохождения Impostor Factory, той самой игры из вселенной To The Moon. Переходите, смотрите там прекрасные длинные прохождения с моим участием, и потом заходите сюда, на этот канал, чтобы смотреть угарные видосики. Типа Чу-Чу Юджин. Да. Так игра называется. А я Чарльз. Окей, давайте подойдем к Юджину и спросим, как дела. На вершине холма стоит вагон на депо. Все? Это все, что ты хотел сказать? Ты думаешь, что тем, что еще сказать? А, это надо было скипать это дальше. Зверюгу убил одного из машинистов, когда все только началось. Внутри должен быть его старый паровоз. Если мы до него доберемся, он нам очень поможет выполнить задуманное. Держись ближе. Не стоит лишний раз никому попадаться на глаза. Хе-хе-хе. Ох, как будто бы я хотел его только что обнять, и он меня, но мы подумали, что это сейчас не время. Куда ты метнулся? Стой! Ты так не хочешь привлекать внимание? Юджин, ты куда? Ты куда? А, вон ты! Я тебя чуть не потерял из виду. Прыжок! Па! О, ядрен батон заперто. Не беспокойся, мы найдем вход. Вверх по тропе стоит сарай, там должен быть ключ. Вот тебе карта с отметкой, куда идти. Глянь, может, ключ там, а я пока здесь осмотрюсь. Нам нужно сюда, а мы тут. А вот тут... паровозик стоит. Посмотрите, это же open world.
Это реально очень большой остров. Пипец какой большой. А вот здесь что? А вот здесь что? Столько мест, которые можно исследовать, и нам придется оставлять наш паровозик. Прикиньте, вот сюда нужно идти. Здесь сеть кто? Открывайте дверь. Ключ. Да, хорошо. Просто ключ от станции. Все, теперь мы можем войти на станцию и забрать наш паровозик. Зачем нам Юджин? Я думаю, его убьют. Молодчинка, теперь мы сможем войти. Открой эту дверь. Тебя убьют, я уже просек. Скорее всего, ты подохнешь прямо сейчас. Ты станешь для меня как бы мотивацией убить Чарльза. Но ведь это Чарльз. Смотрите, называется ваш эпичный поезд. Кстати говоря, здесь нету курсора. Ну хорошо, ладно, примерно понял. Ты что сюда зашел? Кто тебя звал? Это мой поезд. Это у нас что? Здесь улучшение. Мы можем прокачивать прочность поезда, скорость, урон и броню. Для этого нужно собирать единицы хлама. Рычаги пока никак нельзя дергать. Ладно, давайте поговорим с Юджином. Что ж, выглядит потрепанным, но запчасти еще не сыпятся. Этой пушки тут не было, когда я уплывал с острова. По-моему, с ней можно здорово повеселиться. Эта штука поможет всыпать Чарльзу, а затем уничтожить его, пока он нас не заметил. Ну что, испытаем эту штуковину? Ну что, давай, давай рычаг управляй, чтобы ехать вперед. Па-пам. А это что? Что это значит? Да, детка! Мы идем за тобой, Чарльз! Я так понимаю, это резкий тормоз, только он какой-то не резкий совсем. Ты слышишь? Ни хрена себе! Папа, погодите! Сразу, вали его! Ты что стоишь, Юджин, ни хрена не делаешь! Сейчас! Умри, Юджин! Стой! Он его бьет! Нет! Я так и знал, что... Юджин! Нет, его начали хавать. Нет, его даже не начали хавать. Почему мы остановились? О, боже мой. Юджин! Все должно было кончиться совсем не так. Я думал, мы будем сражаться, как в старые добрые. Да-да, легко пожил, легко умер. Твоя миссия оказалась сложнее, чем я думал. Но у меня уже нет времени. Найди яйца. Что? Это неожиданный поворот сюжета. Теперь это не просто игра про уничтожение паровозика. Это игра про чьи-то яйца, которые я должен найти. Внезапно трагизм, драма и яйца. Вот самое внезапное здесь. Ладно, хорошо. Так, это мы чтобы назад поехали. Прости, Юджин. Я должен укатать тебя. Ведь я не могу развеять твой прах, но зато могу растаскать твои кишки. Ты бы этого хотел, я знаю. Вон Юджин лежит под паровозиком. Я знаю, он бы хотел вот такое погребение. Чтобы его склепом был паровоз. Он жил паровозами. И яйцами. Что ж, я думаю, стоит двинуться дальше. Мы погрустили, отдали почести. И теперь мы можем просто двигаться дальше. Да, а мы не привлекаем таким образом паука Чарльза? Я так понимаю, он оставил нас в покое, потому что уже получил жертву Юджина. Его голод утолен на время, но скоро он вернется. Скоро он снова проголодается. Что? Кто издал звук? Кто издал звук? Эти знаки обозначают приближающийся разъезд. Какие знаки? Стоп. Подсвеченная стрелка указывает направление движения. Остановите поезд и потяните за рычаг на путях, чтобы изменить направление движения. Ага. А в какую сторону сейчас конкретно мы будем ехать? Как бы рельсы соединены полностью. Ящик. А здесь лут! Металл. Это все хлам, да, который мы будем использовать для апгрейдов. Ох, как дует. Как неприятно. Здесь какой-то чувак, незнакомый NPC. Он даст нам дополнительный квест. Но тут в любую сторону, куда бы мы ни поехали, мы получим квест. У нас сейчас стрелочка налево, но мы можем поехать направо. Оу. Это был знак. Господь послал сигнал, что не стоит ехать направо. Поехали налево тогда. Я верю в знаки судьбы, поэтому послушаю то, что мне говорит молния. Ах... Как приятно чух-чух на паровозике. Вот станция какая-то. Сейчас мы тормознем. Во-первых, сразу вижу, оп. Немного хлама для меня. Смотрите, как четко поезд остановился прямо напротив станции. Погодите. Ты незнакомый NPC. Ты стянул лицо. Он так смотрит на меня, как будто я воняю жестко. Когда я подошел, начало смердеть. Ну че ты морщишься? Ты должна быть
человек, тот из архива, о котором говорил Юджин. Мы рады, что кто-то решился помочь нам с Чарльзом и безумцем Уорреном. Уорреном. Знаешь, если хочешь одолеть Чарльза, твой поезд надо порядочно подлатать. У меня в амбаре есть немного хлама, можешь взять себе. Вот тебе ключ от амбара, он стоит выше по тропе. Его трудно не заметить, но я все равно отмечу на карте. Спасибо, спасибо, незнакомый NPC. А сюда не откроешь дверь? Ну ты ублюдок. Короче, амбар находится вот здесь. Мы сюда и смотрим, пошли. А че я буду идти пешком, если могу на паровозике? Пока, чувак, спасибо за амбар. И за ключ, и за хлам. Вот он стоит, какой мрачный. О, погодите, мы можем вот так вот на крышу запрыгнуть. Оп, стой, 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 стой. У нас сейчас получится по-любому. Не зря же тут ящик стоит. Да! А, мы не можем так запрыгнуть. Тут же такие дырки размером со слона. Оп! Я кацанулся! Ну ладно, открывайте дверь. Найден хлам. Где? А, вот. Везде. Так много хлама. Смотрите, я уже собрал штук 9. Опа. Теперь, когда у тебя есть ресурсы, возвращайся в поезд. Пора кое-что улучшить. А в какой момент Чарльз нападает? Я не понимаю. Как понять? Скорее всего, это будет супер неожиданно. Но постепенно, со временем, мы начнем распознавать сигналы. Итак, давайте улучшать. 19 единиц хлама. Для скорости требуется 3 хлама. Для урона требуется 3 хлама и броня. Ну давайте, ладно, попробуем... Одну единицу хлама вот сюда. Восстановим прочность. Раз. Нифига себе. Каждый раз повышается количество хлама, которое нам нужно затратить. Урон и броню. Ну давайте еще урон. Урон прокачан. Я тебя уроню, Чарльз. Поехали. Куда, кстати, едем? Вот сюда, к этому чуваку. Стоп, 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 стоп. NPC? Да. Мистер, сэр, кто здесь живет? Оу! Мадам, что с вами? Она пьяна, ее шатает. Держите, держите баланс. Или вы хотите, чтобы я станцевал с вами? Медленный танец. Меня в школе никогда не приглашали девушки на танец. Наконец-таки. Ну давай, Сара, что ты хочешь? Огуречная дама? Мне нужны мои огурчики. Огурчики? Это кодовое слово? Я слопала последнюю банку огурцов. Только одно теперь осталось на острове. Я спрятал ее про запас в своей огуречной пещере. Я не понимаю, она меня совращает? Я бы давно достал их, но потеряла свои ключи. У кого-то на острове должны быть мариночки, то есть отмычки. Принесешь мне банку особых маринованных огурчиков, я дам тебе в награду весь хлам, что у меня есть. Конечно, дорогая, я понял. Я найду ключи от твоего хлама. Все отмычки. И огурчики для тебя, которые ты любишь есть. Я все понял. Кажется, мне перепадет сегодня. О-о-о-о. Это он! Вон он! Я вижу его! Вижу его красное пузико! Он ведь не сюда едет! И почему он едет не по рельсам? Какой читерский паровозик! Ух! Он не в мою сторону. Кажется, опасность миновала. Все в порядке, Сара. Паровозик ушел. О, хлам. Так я и так заберу твой хлам. Видимо, в этой комнате еще больше хлама. Смотрите, она хочет, чтобы я отправился вот аж сюда. Прям без оружия, вот так вот, пешком. С голыми руками, с голой жопой. А ведь как раз таки Чарльз в эту сторону пошел. Ладно, 150 метров. Чуть-чуть прошвырнемся, ничего страшного. Я к чему-то приближаюсь. Кто это издает звук? Перестала. Почему перестала? Слушайте, ну игра жуткая. Я реально прям ощущаю эту мокрую атмосферу. Мне неприятно. Я жду паровозик, что он вот-вот придет из ниоткуда и попытается меня убить, как Юджина. А я ведь и есть Юджин. Этот паровозик ненавидит Юджинов. Используйте ее, чтобы перекрасить поезд. У нас теперь есть краска. Мы можем его кастомизировать. Хорошо, идем в эту пещеру. Хлам! Есть! Огурцы, огурчики, огурчики, огуречки. Я должен добыть здесь огурцы. Они должны быть, по идее, в этом сундуке. Но я не могу его открыть. Давайте сходим к Саре и спросим, в чем дело. Тихо. Чарльз, не надо. Где он? Сара, 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 помоги, 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 спрячь. Я его даже не вижу. Это еще страшнее. А вон он!
Ползи, ползи отсюда. Он прям в сторону пещеры идет. О, прям он заметил меня. Он убьет Сару, она побежала. Смотрите, она побежала прям сражаться с ним. Фига себе, она заступилась за меня. Она пожертвовала собой. Что мне делать? О, он забирается прямо на дом. Все, пока, Чарли. Чарли, я не выйду гулять. Что он сделал с Сарой? Куда она делась? Я спасся? О! Прекрасно, прекрасно. Сара! О! Чертова игра! В ней NPC гораздо страшнее, чем сам монстр. Она встала на свою позицию. Сара, блин! Как мне тебе огурцы добыть? Что? Чарльз? Черт! 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 Какой ты быстрый! Мать твою! Быстрее! О, паровозик! Тихо! Сражаемся! Подохни! Хедшотим его! О, все, нагрелись! Нет! Не трогай меня! Сошел с пути. Но чтобы вам не сойти с пути, подписывайтесь прямо сейчас на канал и смотрите вот этот видос и вот этот плейлист. Он будет плавно вести вас по путям веселья и радости. Также ставьте лайк этому видосу, если вам понравилась игра и хотите, чтобы я поиграл в нее снова. Я обязательно поиграю. Пишите об этом в комментариях. Также скажите: Юджин, поиграй. Я поиграю. Ну а с вами был Чарльз, и всем пять!